А СБУ разоблачило организованную преступную группу, которая незаконно удерживала и пытала около 200 наркозависимых. Организаторы так называемого бизнеса в Черниговской области принимали заказы на принудительное лечение людей, которые, по мнению их родственников и знакомых, страдали от наркотической и алкогольной зависимости. Преступники приезжали по вызову и силой забирали на так называемое лечение. Правоохранители во время обыска нашли орудие пыток, а в кабинете основателя ОПГ боевую гранату и травматическое оружие. Сейчас продолжаются следственные действия. Открыто уголовное дело. Силой затолкали в автомобиль и повезли в сторону, как уже потом оказалось, села Косачевка. Меня раздели до одних трусов и затолкали в душ. Меня привязали руки вверх вот так и принесли простынку и ведро с песком. Насыпали песок в эту простынку. Замотали и начали бить по спине. Объясняли они это все тем, что вот таким образом они приучают людей к смирению.